Я Мухаматова Закия Гильмановна, глава крестьянского фермерского хозяйства. Мое крестьянское фермерское хозяйство было создано 9 декабря 2015 года при поддержке местной администрации и находится в деревне Кизги Архангельского района Республики Башкортостан. С самого начала Закия Гильмановна стала заниматься выращиванием земляники и ее посадочного материала на открытом грунте. В ее хозяйстве земляника возделывается на площади 15 соток. Это итальянские сорта Клери, Антея, Дели, Мармелада и Леноса. Всего более 7500 кустов. В 2016 году урожай земляники за сезон с 8 июня по 20 июля составил 300 килограммов, а второй урожай с 28 июля по 7 сентября составил более 100 килограммов. Свой урожай она реализовала в сеть магазинов «Пышка» город Уфа и в город Межгорье, магазин «Виктория». За плодотворное сотрудничество с этими организациями получила благодарственные письма от руководства предприятий. Индивидуальный предприниматель Закия Гильмановна является поставщиком ягод группы компании «Пышка». Ягоду, которую она поставляет, очень вкусная, сладкая, насыщенно красная. Качество ягоды очень высокое. Мы также надеемся на дальнейшее сотрудничество с Закией Гильмановной. Желаем ей успехов в ее начатом деле, процветания. Осенью 2016 года Закия Гильмановна реализовала посадочный материал на рынке села Архангельское. На выращивание земляники в ее хозяйстве были задействованы и трудоустроены 3 работника. Это жители деревни. В моих планах и дальше развивать этот бизнес. Мною наработаны деловые связи с заказчиками продукции. Для дальнейшего развития мне необходимо расширить плантацию, привлечь новых работников из числа населения деревни и трудоустроить их. Приобрести и установить теплицу, оборудованную системами капельного орошения. Это необходимо для увеличения интервала сбора урожая и защиты плантации от вредителей и насекомых. Правительство и Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан всегда много внимания уделяет аграрному сектору. Целевая программа «Поддержка начинающих фермеров Республики Башкортостан» может позволить решить мне поставленные задачи расширения бизнеса и трудоустройства сельского населения, которые без финансовой поддержки трудно выполнимые.